Привет, вот он и знакомый наш Фикс Прайс. На моем канале в Телеграм я разместила анонс краткий товаров, именно новинок. А сейчас посмотрим все подробно. Полный адрес этого магазина вы найдете под видео, как обычно. Ну, сейчас сама дверь откроет. Активируйте их в тот же день и пользуйтесь дополнительной выгодой до конца месяца, списывая баллы в любом из 5000 магазинов. А вот и всем нам полюбившаяся щелевая щетка. Кто-то ищет их. Вот они здесь лежат в хозяйственном отделе Фикс Прайса. Это Москва. 53 сантиметра длиной. Очень удобная для уборки. Вот, например, под диваном, под холодильником, между шкафами напольными. Там, где собирается пыль, грязь, крошки, и вы не можете туда добраться. Вот это вот щелевая щетка туда доберется. Помните, были пипедастры для уборки пыли, а теперь щелевые щетки за ними подоспели. Силиконизированный пергамент, 38 сантиметров шириной, 8 метров длиной. Вот этот самый лучший на данный момент от гурманов. Его рекомендую, надолго хватает, потому что он широкий и длинный. Стоит он, сейчас найду ценник. И если вам нужны крышки стеклянные, жаропрочные, большого диаметра, то есть они в Фикс Прайсе, 26 сантиметров, например. Вот здесь можно смотреть, видите, по полосочкам. Это вроде как 26 сантиметров. Бывает еще по 28, по крайней мере, должны быть. Это скова. Что здесь пишут? Она жаропрочная, с дырочкой для выхода пара. Экологичное стекло, соответствует требованиям ГОСТ. Московская область, Ступинский район. Ценника нет, но, может быть, сейчас найдется. Корзинка, подставка, щетка, формочки. Нет, не вижу ценника, нет его. Такие миски, посмотрите, устойчивые, тоже похожи на киевские. Литр, 2 литра. О, какие классные, с бортиками, с ручкой и одновременно бортиком. И цвет красивый, и пластик. Есть значок для пищевых продуктов на наклейке. Миска для смешивания, 2-литровая, сделана в России, материал пластик, материал просто написано пластмасса, в треугольнике цифра 5, снаружи матовая, притом изнутри гладкая, смотрите, какая классная. Это конкурентка чаши, помните, для миксера, которая с крышкой, здесь без крышки, но зато какая удобная, желтый, зеленый и вот этот вот нежный розовый или йогурт фруктовый. Ягодный цвет, очень хорошая миска, даже не знаю, нужна, не нужна, ценника нет, непонятно. Есть еще прозрачные, совсем прозрачные, тоже в треугольнике цифра 5, но здесь уже на пластике есть значок для пищевых продуктов. Миска с мерным делением, уже 3-литровая она, Violet Plast, это Серпухов, да, полипропилен. Здесь и носик имеется, и посмотрите, шкала до 2,5 литров. И ручки по бокам с пупырышками. Красота. Все надо, но неизвестно, надо или нет. Есть еще такие побольше, наверное, литров на 5. Оранжевые, бирюзовые или голубые, сиреневые. В общем, вот эти интересные. И у них, видите, и донышко у них совсем маленькое. Удобно здесь и венчиком взбивать. Они глубокие, широкие. Не забудьте про магнит для ножей. Держатель для ножей магнитный. Длина у него 33,3 см, вот ширина. Но единственное, что в отличие от икеевского, здесь видны все будут саморезы. Саморезы, кстати, идут в комплекте, крепеж. Но нет, видите, нет цен, нет ценников. Как интересно, смотрите, что я нашла. Набор, ну это пародия, конечно, на Икею. В Икее я такие полотенчики постоянно покупала, но там они не вафельные, здесь вафельная ткань, там они махровые. Здесь какая-то тонкая, совсем прозрачная вафельная ткань, но разноцветные тоже сделали петли. Набор салфеток для уборки 25 на 25, 5 штук. Там же в икеевских наборах 10 штук было. Состав 100% хлопок. Ну, плюс, что это все-таки российский производитель, цена не указана пока что. Я думаю, что это новинка. Вернулась подставка ванночка, 99 рублей, белая, серая и бежевая. Книги тоже всякие разные, 149 рублей теперь стоят. Космические гости, твердый переплет, серия, крупный шрифт, яркие иллюстрации,
Дорогие родители, вы держите в руках чудесную книгу, созданную по мотивам сверхпопулярного мультсериала. В общем, по мотивам сериалов детских 0+. Разноцветные сны. Это вот с этими книгами разобрались. Затем история в лицах. 199 рублей. Тут история России действительно в лицах. Екатерина II. Смотрите, мелованная бумага, хорошие иллюстрации, прекрасный шрифт и, конечно же, твердый переплет. В серии «Собери всю серию» от Михаила Федоровича до Николая II. И, скорее всего, ценник уже 300 рублей без рубля. Затем, что мне здесь попалось? «Общага на крови», «Мексиканская готика», «Последний снег», «Оллер», «Сто лет», автор романа «Книга Дины». Так, что тут еще есть? «Расстояние между нами», «Берлинский синдром», «Утерянная книга В», «Я подарю тебе крылья», книга вторая Анна Шери, «Когда мы мечтаем», «Каково это быть девушкой звезды К-поп», Александра Маринина даже здесь, проект Алексея Ситникова, «Пять секретов некричащей мамы» и «Сад бабочек», грандмастер психологического триллера, Франсуаза Бурден, «Обещание океана», «Персона», «Аэропорт» Артура Хейли, оказывается, здесь, «Призвание» Генри Марш. Ну, в общем, чего-то только нет, ценников нет. Художественная литература в переплете 199 и 99. Интересный набор. Туалетное мыло Safeguard плюс повязка для волос. Да, подарочный набор. Что здесь? Мыло. А вот что внутри. Косметическая повязка для волос и мыло. Детокс. Подходит для лица, рук и тела. В таком коробочке-боксе. 99 рублей. Никотиновая кислота для волос. А, это нет, это ценник от нее. А так здесь концентрированная сыворотка для ресниц и бровей. Активатор роста. Инновация в уходе. Экстракт шлемника, масло оливы, экстракт ростков суи, экстракт зародышей пшеницы. От сей до, между прочим, 79. Гель для душа Камей, 79. Купаж цветочных масел. Аромат с нотами французской лаванды. 240 мл, небольшие расфасовки. И за 99 фа, греческий йогурт, аромат миндаля. Содержит пребиотики, антицеллюлитный криогель, фитнес, охлаждающий и плюс дренаж. Вот это хорошо, что он охлаждающий для тех, например, у кого проблемы с сосудами, сеточки сосудистые. Как раз рекомендуют врачи именно охлаждающий. С охлаждающим эффектом и ни в коем случае не с согревающим, не с разогревающим. Вот она, никотиновая кислота. Снятие раздражения кожи головы, защита кожи головы. А самое главное, что она стимулирует рост волос. 99 я сейчас использую именно такую. Ванночка для ног 300 мл, освежающая, охлаждает, тонизирует с мятой. 77 рублей. Здоровье, красота, наша работа. Зеленая дубрава. Наконец я увидела фигурные свечи с железным скелетом внутри. Похоже, что это новинка. 199 рублей стоит. В общем, получается, что это такая свеча, и когда вы ее поджигаете, вот в виде, например, льва, или там еще есть птицы. А тут, по-моему, только лев. В общем, внутри вот это основание, оно в виде скелета конкретного животного. Представляете, придумали, что... Да, вот здесь кот или кто это, да, котик или лисичка. Вот видите, когда прогорает весь воск, то получается остается скелет животного. Ну, в общем, задумка, конечно, так себе, но любопытная. Лев, лисичка. Поищу еще какие фигурки. Вот, например, у льва что остается? Один позвоночник с черепом. 199 рублей. Из садово-огородных новинок, в общем, здесь все есть. И всевозможные подкормки, и химия, и контейнеры для рассады, перчатки, все есть. Вот, например, побелка. Давайте сравним со светофоровской. Здесь она лечебная. В светофоре обычная. Притом та, что продается в светофоре, она смывается дождем. А здесь вододисперсионная.
знак качества, плюс еще лечебное для защиты садовых декоративных деревьев, кустарников от солнечных ожогов и насекомых вредителей. Не токсично. 1,5 килограмма. Внизу, видите, белый осадок, а дальше уже жидкость прозрачная, типа водички. Вот, видите, а вот это прозрачное уже идет слой. Сейчас посмотрим состав. Вот здесь очень мелко написано. Изготовитель современной технологии качества России, Ивановская область. Состав вода. Вот, как я и сказала, мел. Агротехнические добавки. Вот и все. Ну, тоже под вопросом, под вопросом. Фонари садовые в этом году. Пластик крупный. На солнечных батарейках 44 сантиметра. И сейчас мы доберемся до ценника. 149 рублей, например. Да, 149, 149. И какие-то попроще по 79. Наверное, маленькие. Вот такие. Есть в виде свечи. Все они на солнечных батарейках. Вот она, батарейка. Удобно. Из металлических только вот такие. И в виде бокала. Но сюда будет попадать дождь. Не знаю, хорошо ли продуманы такие фонари. Вот здесь, мне кажется, не додумали производители. Из зубных паст сейчас все подорожало. По 99 Colgate, при том разные расфасовки с разным составом, но все по 99. 125, 154 грамма. Colgate Total даже 149 уже, хотя написано 25% экономия. И за 59 можно все-таки найти, но 50-миллилитровые с углем. За 99, 75 миллилитров эффективное отбеливание. Тоже Colgate. Из средств гигиены Naturella 7 штук. Classic 149, 149 Normal, которые. И Ola ежедневки. Они, по-моему, по 149, но здесь нет ценника, не поставили. Папия теперь... А, это бумажное полотенце трехслойное, 4, 199 рублей. А папия туалетная бумага 299, трехслойные, 6 рулонов. А та, которая без макулатуры, красителей, ароматизаторов и флуоресцентных веществ, 8 рулонов, уже 299. Салфетки в коробе 99 от Флюши, но здесь 230 штук, на 50 листов больше. Скейтборды в этом году 349, были 199 в прошлом году. Они, конечно, такие смешные немножко. Кто занимается на таких скейтбордах, тот понимает, в чем суть. В общем, здесь фанера довольно толстая, но уже расклеивается. Они жесткие, да. Не знаю, насколько безопасно детям на таких кататься, скейтбордах. Ну, для знакомства со скейтбордом, чтобы понять, интересно или нет, можно приобрести вот такой эконом-вариант. Дизайн разный. Порошков в этом фикс-прайсе тоже нет стиральных. Есть только гели. Ваниш пятновыводитель 99. Сухой пятновыводитель 79. Мистер Дес 99. Антинакипин. Сплошные пятновыводители и... Капсулы 299, Персил 199, 14 штук, а здесь 11 штук для цветного белья. Пятновыводитель кислородный 79 рублей. И вот какие-то новенькие капсулы для стирки белого белья. Вот написано White без фосфатов и хлора, оксиэффект, 199 рублей, стоит за 12 штук. Гель универсальный есть, 500 литров, с Део-эффектом 99 рублей. И какой-то яркий ядреный цвет, розовый, посмотрите какой, 149 рублей, 1,5 литра. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что это видео было вам полезно, а также интересно. Спасибо за лайки, комментарии и подписку. С вами была Марина, канал Типтоп ТВ. Теперь все новинки можно увидеть еще и на моем канале Телеграм, а также ВКонтакте в группе. В Яндекс.Дзене все ссылки вы найдете под этим видео. Присоединяйтесь!